собаки, моей хаски щенка, мы гуляли вот на той территории, где вот те склады и та лесополоса. Когда он унюхал запах овец, он через поле пробежался вот сюда, и вот в эти ворота он забежал. И если вот видно, что с другой стороны ворота были открыты на тот момент, и с другой стороны заборов нет вообще никаких. То есть собака вот здесь пробралась и бегала вот там по загону у овц. Соседи с той стороны видели, что собака просто бегала по загону за овцами. Она не грызла никого. Ну, как бы теперь недоказуемо. Он выстрелил в нее, то есть вот оттуда до сюда, ну, минуты две я бежала за ним. Вот за это время он успел, как человек говорит, загрызть овцу, козленка, кролика, там, я не знаю, еще кого. Но когда я пришла, мне вообще не сознались то, что собаку застрелили. Я ушла. Кричали мужчины, что нет, нет, они не в него стреляли вообще-то. Его здесь никто не видел. Женщина была тут, тоже сказала, что ничего не видела. В итоге, потом, когда сделала второй круг, пришла уже с мужем, вышел хозяин и показал нам нашу собаку. Но он не показал нам загрызанное животное или что-то, что нападал. Никто не видел, кроме него. То есть он, получается, наговаривает, он просто застрелил собаку. Сколько возраст вашей собаки? 8 месяцев щенку было. И вот как бы проблема теперь состоит в том, что мы хотим всем селом попросить, чтобы вот это ограждение было огорожено, подобающим образом. Чтобы это было ограждение достойно, чтобы никакие собаки... Причем у всей деревни проблема с этим человеком. У всех проблема с животными, которые сюда прибегают. Но застрелили, к сожалению, нашу. Вот есть девчонки, которые тоже могут подтвердить, что у них тоже были проблемы с этим человеком, с их собакой. С нашей собакой. Собака пару раз убегала из дома, то есть мы ее отпускаем на участке гулять, и маленький ребенок выпускает ее на улицу. Это было прошлым летом, она прибежала сюда, я успела, то есть ничего еще не произошло. Овцы гуляли, он еще просто не успел добежать до овец, я поймала собаку, вышла женщина вот из этого желтого дома. Искра, собака еще здесь, мы ее пристрелим. Ну, теперь стараемся, конечно, следить больше за своей собакой, чтобы она не убегала. Ситуация, когда ослик, в общем, гулял на том поле. Вот там, прямо перед входом. Его ослик. Да, его ослик. Вышла, ну, мы с ним в интересе вышли посмотреть, чей ослик, подошли к нему. Не близко, то есть буквально за нами, наверное, 10 метров было. И он за нами побежал. Он был очень страшный, на самом деле огромный осел, на самом деле большой. И побежал за нами. Но мужчина вот этот вот как раз в этот момент ехал на нас, и он угнал этого ослика сюда. Мы потом сюда пришли, он думал, что мы тоже хотим... Хозяин? Да, хозяин вот этот вот. Юрий, да, по-моему, его зовут? Юрий. Мы пришли, ну как бы мы с неплохим намерением, просто пришли вообще поинтересоваться, что за ослик, что вообще происходит. Он нам сказал, что если что, мы как бы попросил все загладить. Ну, вот, вот так. И еще вот этот сосед, кстати, мужчина тоже говорил, что его овцы ходят везде, вот здесь. Но почему-то его живой овец никто не знает, да? И заходит на территорию, кусты грызет, он или сажает сирень, когда эти животные погрызли все кусты у людей. Ну вот просто да, просто овцы такое же животное, как собаки. Как собака может срываться, так и овца может выбежать, по сути, из этого. Он его, если не закрывает, если вот на момент, когда вы гуляли с собакой, было открыто все, поэтому овцы могли тоже спокойно выбежать, да. И никто же не стреляет овец почему-то. Ну, очень странная ситуация. После вот этого инцидента получилось, что появился вот этот забор? Не, он был забор, были ворота открыты все, а сзади забора нет, вот он огорожен, а сзади как бы люди с поля, если идут, то они оттуда могут забрали, забрали и принесли обратно, привели в дом к нам обратно. Ну, мне дети сказали, что она у нас на участке бегает, они ее покормили, поиграли с ней, я просто взяла поводок нашей собаки, он спокойно дал одеть его, дала забор, сказал домой, и, собственно, он меня привел к сыну к нашему, просто навстречу ехал машина. А ситуация у вас не было скандальных? Ну, у нас это не касалось животных, каких-то таких. Но неприятные были. Получается, собака, щенок безобидный абсолютно. Я его погладила, его дети погладили. Он влез мордой в вольер к нашей собаке немного. Я его спокойно вела, он не трогал. Абсолютно. Я не могу сказать, что агрессивная собака, я бы на него не одела бы ошейник в любом случае. Ну, это щенок, и мы гуляли, как бы, вот, встречали, мне кажется, даже вас. Что мы на поводке всегда были по деревне, видели, ну, да? Видели, ну, мы даже вот пересекались, гуляли с собаками, то есть, больше наша агрессия проявлял, чем... Наш даже не гавкал никогда, он никогда не гавкал, он вообще не умеет гавкать.
Ну, как бы, я говорю, что собака никакой агрессии не проявляла. Я спокойно довела, я еле за ним угналась. То есть я его еще погладила пару раз. Агрессивную собаку так, она подпустит к себе просто. Понятно, спасибо. Ну, я помню, как вы здесь гуляли на поводке, да, то есть, ну, как бы нормально, у меня тоже вот собачка. И они спокойно, абсолютно вместе, они играли, собака была не агрессивная. И... Тоже щенок, да? Тоже щенок, она была буквально на 3 месяца, да, постарше, он был постарше, да, на 3 месяца, совсем маленький. Вот, и как бы никакой агрессии вообще ничего не наблюдалось. У собаки абсолютно спокойно, они вот играли, у меня маленький ребенок также с ними там возил. Mm-hmm. Никаких у вас конфликтных ситуаций не было с человеком, который застрелил вот собаку? Ну, лично у меня не было конфликтных ситуаций. А слышали, никаких? У кого были? Именно вот с собаками, что забегали туда, не слышали? Не, не слышала, но там действительно там все открыто, мы там тоже гуляем, мы просто проходим, вот сейчас рядом с этим участком для гуляния, там есть дорога песчаная. Ну, вот мы тоже там гуляли. Вот, и мы по ней гуляли, и, ну, естественно, мы на поле отпускаем собак, потому что там нет ни народу, никого, а им нужно бегать, это хаски. Обязательно. Вот, и поэтому там не закрыто, там просто абсолютно открытая территория. И то, что туда забежит, может любая абсолютно собака, от этого никто, к сожалению, не страхован. Я уже говорю, если ты хочешь, чтобы тебе не бегал никто, загородись. Ну, я также в комментарии писала, то, что да, нужно сделать забор. У меня тоже, когда сзади у нас не было забора, у нас тоже забегали собаки, просто творили ужас. Сделала забор, все, проблем нет. Ну да, я говорю, сделай забор, проблем не будет. Вот я говорю, буду сейчас писать в прокуратуру на ограждение, чтобы он загораживался. Ну, это да. Его проблема, он должен загораживаться от деревни, не деревня от него, и ходить по всей деревне, бояться одного его. Ну, естественно, они убегают, у меня вот Моди тоже убегает, она, ну, и, естественно, ловим, возвращаем, это хаски. Ну, вот вы аккуратнее теперь, потому что если вы будете туда ходить, а она будет взрослеть, и она все равно побежит к овцам. Ну, естественно. Кто знает, как теперь сложится дальнейшая судьба остальных собак, которые туда бегают и забегают. Естественно, Таймыра нам очень жалко. Ну, просто всем жалко. Все, вы знаете, как все плакали. Это было просто. Надя соседка прям вообще плакала. Ну, потому что, ну, ребенок, он, ну, реально, он еще дитя, он еще не успел вырасти. Да, конечно. А потом это пандемия дурацкая, и ни кинолога, никого не успели. У вас девочка, да? У нас девочка, мы тоже с кинологом. Ну, она девочка, она спокойнее, она по натуре спокойнее. А эти, они же огонь. Ну, он не обижал, вот я сколько помню, никого не обижал. Никогда не было. Ни собак вообще абсолютно. Абсолютно адекватная, ну, щенок, ну, все щенки, они такие, как сказать, активные. Но вы как считаете, мог ли щенок нанести вред там козленку или скоту, вот, Юрия? Слушайте, ну вот посмотрите вот на этого щенка, то есть его самого можно просто свернуть. Ну, ваш-то маленький, конечно, вот, у вас, наш-то покрупнее, да. Люди говорят, что типа он крупный, это большая собака. Ну, как можно заметить? Во-первых, они не пастухи, они не охотники, они не нацелены на то, чтобы кого-то убить. У нас по территории ходят кошки. И, то есть просто это интересно побегать, поиграть, но схватить, укусить. Вот, хотели бы вас поинтересоваться, что вы слышали вот по поводу инцидента с застреленной собакой. Вот, и вот вообще расскажите, к вам прибегала ли эта собака на участок, были ли у вас какие-то конфликтные ситуации с человеком Юрием, который застрелил щенка? Ну, по поводу Юрия я могу сказать, я его не знаю, и инцидентов не было. Мы зимой так иногда туда гулять ходили со своей собакой тоже на лыжах, но ничего такого не было подобного. Ну, у меня собака была на поводке. А по поводу соседей, нет, я вот через овраг живем, как бы видел всегда, собака такая, ну, добрая, лайка, она же не злая, хаска, ничего, хаска. Ну, хаска, ну, лайка, она же вот все равно разновидность, ну, вот, она всегда в огородике там бегала у них, ничего, ну, и в овраг иногда, ну, побежит и чего, у меня вон куры здесь гуляют, она никогда никого не реагировал. Не трогает, нет. Посмотрит, придет и... Ну, да, посмотрит и все, и назад, что, а так ничего. Собачка хорошая, жалко. Нельзя так делать, конечно. У меня вон котят 3 штуки, вон, я ж никуда не убираю, и ничего тоже жалко, как бы. Собачек, кошечек любим. А в деревне как без них? Без кошек, без собак никак. То или мыши одолеют, или еще кто. Вот, так что больше сказать не могу. С соседями дружно живем. Со всеми. Стараемся. У меня тоже собака, лайка. Тоже она убегала. Как бы поменьше был, им же бегать надо постоянно. Ну, а соседи напротив тоже говорят, она у терема там бегает. Ну, вот, сходишь,
Он стоит, потерялся. Там же этот транспорт ездит, он сидит на них, смотрит. Возьмешь его, приведешь сюда. А Серега, он ко мне не подходит. Он знает, что я его посажу на цепь, ну вот, в вольер. И он не подходит ко мне. Его Серега, сосед напротив, все ловил, а к нему подходит. И он ко мне его приведет, раз, все. Но они добрые собаки, они же не злые. Ну вот, а собака, которую застрелили, видели, что ее выгуливают на поводке, без поводка вообще? Как... Я ее только вот здесь видел, что она по участку бегала. А так не могу сказать, врать не буду. Понятно, спасибо. А по участку добрая собачка, всегда бегала, играла. Это я сам видел. Что видел, то говорю, что было, что не было, не буду говорить. Хорошо, все спасибо. По-честному. Спасибо большое. Ну, видела, да, вот она бы ее тут оставляли в этом магазине. Ну скажите, она агрессивная, злая? Да такая. Нет, в принципе, собака спокойная, не гуляет все время. У меня тоже есть собака, мы периодически встречались, на поводке. Что я хочу сказать про собачку, про нашу? Она проходила с этой собакой, я ходила к ним часто очень, Собака была замечательная, ласковая, добрая, по натуре, всегда подойдет, старается обнять. Не знаю, конечно, ну фашист, больше я не могу назвать этого человека, который убил такую собачку. Собака была дружелюбная, да? Очень любимая, очень любимая. И мы все соболезнуем, просто даже плохо с нами было, когда это случилось. Все, что я могу сказать. А вот с этим человеком, с Юрием, конфликты были у людей? Я не знаю. Я не знаю, он подходил, я когда подходил к нему, он ставил это заграждение, там дорога у нас к дачам. Он подвез КамАЗ Я говорю, так, ваши документы. Он говорит, а что такое? Конфликтовать, что ли, со мной будет? Я говорю, почему ты ставишь? Мне мусор возят. Я говорю, да мусор-то вот напротив меня. Ну вообще вид у него. Фашист! Я больше не могу слово подобрать ему. Понятно, спасибо. А тетя Надя, скажи, пожалуйста, я же всегда гуляла с собакой на поводке. Да, да. Все время. Она проходила вот мимо моего дома. Вот. И я выходила всегда 7 часов. А вот я сейчас хочу подавать заявление в прокуратуру на то, чтобы он огораживал свою территорию. Подпишешь? Обязательно. Обязательно. Даже слов нет. Спросишь тогда у соседей, кто-то еще подпишет? Да, да. Сегодня нету вот Саши, жалко. А вот еще кто-то, кто видел, как застрелили собаку, так я не нашла, кто это был. Ну, какая-то соседка. Это не Володя? Галя Рощина? Не знаю. У них там тоже собачка есть. Серёжа у них. Тогда у них? Сета? Кто-то вот видел прям, потому что кричали прям. Когда был выстрел, кто-то кричал, визжал прям. Не могу этого сказать. Кто это сделал? Кто это видел, чтобы найти того человека, чтобы подтвердили? Потому что все, конечно, боятся, никто не подтверждает. А что бояться-то? Что его бояться-то? Не знаю, что ты боишься. Его бояться нечего. Когда горели у нас скотные дворы, Володя Рощин вызывал пожарную. А он подошел и говорит, зачем ты пожарную вызвал? Это было при моих глазах, при моих устах. Это было года два, наверное, или три тому назад. Но он еще конфликтный человек. Он даже конфликтный, конечно. Он даже не велел пожарную вызывать. Вот скотные дворы-то у нас. Вот эти горели. Дважды они горели. А он не велел. Зачем? Почему он не велел? Значит, он заинтересованное лицо, чтобы эти скотные дворы были выведены. Я не знаю, они в его ведении-то. Вы сталкивались с то, что его скот гулял за пределами его территории, где-то вот по поселку, нет? Нет. Понятно. Нет, это далеко просто отсюда, сюда они не приходят, это они там гуляют. А вот здесь вот недавно, дня 2-3 тому назад, вот он перегораживал это самое, хозяйничал. Какое он имеет право загораживать дорогу? Вы не ходили туда еще? Сейчас пойдем. Да, мы с ним. Что там заложено? Какое он имеет право-то? Ну, у него там 5 гектаров, что ли? Филипков или Филиппов ему фамилия-то? Он наш Веленский. Случаи стрельбы на участке больше не слышали? Я не слышала. Лично я не слышала. Понятно, спасибо. Ну, спасибо тебе. А это телевидение Бронницы приедет, дашь интервью? Обязательно. Они просто говорят, что если будут люди, кто скажет, мы приедем. Скажу, что знаю. Ну да, я же и не прошу ничего врать. Мне он говорят, скажите, что собака была в наморднике. Я не хочу обманывать. Нет, конечно. Как было, так было. Да, я виновата, да, я упустила собаку. Я хотела как лучше, чтобы собака побегала. Ну вот.
Тут полдеревни собак бегает на его участок. Вот именно. И что, теперь всех стрелять? Да нет. А он что, какой вред причинил? Нет, конечно. Ну как? Он говорит, что причинил, но доказательства да, ты да, мне и... не показал же ведь. Да, да. Не показал же, он мне показал только мою мертвую собаку, а его животное убитое, он же мне не показал. Да. Если бы показал бы еще, я бы, может быть, и не стала бы ничего вот так вот, да, шуметь, потому что конечно. У него действительно была бы не права совсем. Нет, ну эту собаку просто, это не собака, а как больше человека. Мы все переживаем. Ну тем более щенок маленький. Да, это... А в тот день вообще со всеми было плохо. Все плакали. Да. Я вообще на вечер-то вообще не могла никак не заснуть. Нет, она у меня прямо на глазах. Вот все время она проходила с ней. С этой. Полоскается, полоскается, пойдет. Ну вот до того она... случая, пока он к нему не забежал, когда он лопатой на него, я больше здесь не ходила. Мы потом уже все туда уходили гулять, за кладбище. А он лопату на него? Ну, мы один раз, когда мы раньше здесь гуляли, мы же даже не знали, что здесь его скотский понятно, двор. Хозяйство. Да, ну как бы видели эти фекалии баранов, а ну как бы не пересекались. А один раз вот пересеклись. Ну нельзя же убивать животного, если оно не виновато. А если виновато, ты докажи, дай доказательства, мы выплатим. Ну да. Ну? Ну, в общем... Теперь уже как было. Пускай огораживает свою территорию. Терпи, миленькая. Вся деревня подпишет, чтобы он огораживался. Терпи. Да все деревни его не любят. Его давным-давно все молчат. Уже не любят. Все молчат. Может, они его боятся? Ну так вот. Я не боюсь лично его. Мне он нет, там, нисколько не стал. Ладно, спасибо вам. Всего доброго. Да. Карту посмотреть вообще, вот где его. Это можно в администрации попросить нормативный акт. Где находится его территория, его хозяйство. И арендованы они у него до вот этих вот столбов. А дальше и тут территория не огорожена. Ни с этой стороны, ни с той стороны, нигде ограждения никакого нет. Ничего себе. Вы это сняли? Да. Вот этих листов мы отстреливаем. Вот они бегают на хозяйство, чтобы воровать его обед. Главное, чтобы они не вешеные были и нас не покусали. Да, они могут укусить, они могут их вешать. Да. Это продуктовая палатка, это его? Я не знаю, что это. Но мы туда не пойдем, потому что там дальше уже его территория считается. Mm-hmm. Вот. И вот тут очень хорошо видно, что заборов никаких нет. То есть где вот эти бытовки желтые, это да. Его уже получается? И вот за бревнами как раз там уже вот у него овцы. Они вон там сейчас все гуляют. Там есть какие-то овцы. Ну вот скажите, разве здесь нельзя в этом поле гулять с собаками? Выгуливать вон не вот. Ну, сейчас они на его территории гуляют. А так они гуляют вон туда, до дороги доходят. Так, а вот у него еще фрагментов заборов там нету, да? Нигде нету. Только все, вот то, что мы сняли, больше нигде нет забора. Вот снимайте поближе, приблизьте. Будет видно, что там что мешает собаке добежать вот до его овец. Любой собаке. Бродяжный или еще какой-то. Вон козы у него гуляют в поле, вон они прямо возле нас. Вот за плитами. Ага, вон они. Ну да, она вообще на привязи, нет? Или как? Нет, они гуляют. В свободном полете. Да, у него только с одной стороны получается ограждение. И девушки сказали, что она вообще и ворота были даже открыты.